Так, всем привет, кто смотрит это видео. Сегодня будет обзор на игровую мышку эконом-варианта. Была она куплена в NVIDIA. Вот такая вот мышка. Models Red Square. Вот так она выглядит. Я ее еще не подключала. Сейчас посмотрим, как она вообще она работает. А стоила она... 890 рублей. Это один из самых вообще экономичных вариантов игровой мышки. Так, сейчас я ее открою, посмотрим. Без упаковки. Вот такая вот упаковка. Написано, что есть 6 удобных расположенных кнопок. Переключение между 700, 1200, 1600, 2400 dpi. Так, приятное soft-touch покрытие. Так, потом USB кабель. Так, легко подключать и начинать работать. Яркая настраиваемая подсветка. Так, сейчас откроем, посмотрим. Так, какая-то идет технические характеристики, но это ничего не нужно. Так, вот сама мышка. Так, вот. Действительно, такая поверхность похожа на такую мягкую. Сейчас попробуем. Ну, для моей руки очень удобная, кстати. Вот, смотрите. Мышка. Вот здесь боковые кнопки. Вот тоже какая-то кнопка. И колесико. Сейчас попробуем ее включить. И вообще посмотрим, работает она или нет. Так, вот ее подсветка идет. Здесь она синяя. Написано, что... В несколько есть подсветок, только где она включается, интересно. А, вот. Красный, так вот, синий. Вот такой еще. Да, очень неплохо. До этого у меня была вот такая мышка. Но она уже довольно-таки вся избитая. Вот. Но она была, я думаю, ну, по характеристикам, наверное, лучше, чем эта, но уже все. В общем. Давайте сейчас посмотрим, как она работает на экране. Так. Так, ну, в принципе, неплохо отзывается на экране, то есть колесико нормально прокручивает. Ну, в принципе, для такого эконом-варианта эта мышка неплохая. Очень удобная в руке. Приятный на ощупь и, в принципе, работает. Посмотрим, как она себя будет проявлять в дальнейшем использовании.
Всем спасибо за внимание. Пока.